С вами сегодня новый объект, обработка квартиры от блох и клопов. Смотрите, сколько здесь разных баллончиков. Я насчитал больше 20. Всех тут не сосчитать, потому что, видите, некоторые завалены в пыли давно уже. Видите, все баллончики, 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 баллончики. Также в розетку тут воткнут вот такой отпугиватель. Пест. Далее тут еще стоит неиспользованные баллончики. Давайте в следующую комнату пройдем, посмотрим. Там на кухне еще тоже в другой комнате валяются баллончики, но здесь их максимальное количество. Ведь абсолютно разные. Куча, 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 куча их лежит. Всех не сосчитать. Давайте посмотрим, помогают они или нет. Так, вот диванчик. Она поднимается. Посмотрим. Ой, весь диван такой. Поэтому помогают баллончики или нет, а также отпугиватель для насекомых, которые вставляете вы в розетку или нет, делайте выводы сами. Я лишь наглядно вам показал. Компания Mirdes. Я не поленился, достал некоторые препараты, которые здесь применялись в этой квартире. На самом деле стал я искать. И там внизу под слоем полыни, пыли и прочее, ну, бутылок, наверное, больше 30 точно. Причем хозяйка квартиры сказала, что некоторые она выбрасывала, некоторые кидала просто туда после обработки. Поэтому она говорит, просто не сосчитать, сколько она потратила уже здесь различных бутылочек, препаратов покупных. Она сказала, что далеко не одну тысячу, она уже, говорит, и не один десяток тысяч.